Всем привет, это мой очередной обзор на коллекции «Насекомые и знакомые». На этот раз выпуск номер 3 «Скорпион гетерометрис». Скорпион в этом номере был в большой капсуле. В такой же капсуле будет номер 6 и 12. Вот такой скорпион, ровный, прозрачный. Клешни на месте, лапы на месте, хвост на месте, не прижатый. Отлично выпуск. Маленький, правда, но в прошлой коллекции были побольше, но очень плохой акрил был. Жало. Вот такой скорпион. Не выбрасывайте блистер, из него можно потом сделать недостающие наклейки, вот как я сделал с некоторыми номерами. Вот шершень, вот такая вставка отлично подойдет. Вот так это все выглядит. В этом номере шла в подарок якобы папка для журналов, но это обычная картонка в виде папки. Мне такие папки не нравятся, мне лучше нравятся больше папки на штырьках. Собирается она очень легко, вот так просто сдвинуть. Все крепления сами сместятся. Вот они. Все. Папка готова. Видите, номер 3. Сейчас все свои старые журналы туда засуну. И старые, и новые. Вот. Куча целая. Вот так, простыми движениями собрали папку. Положили все журналы. Журнал. Это журнал «Скорпион гетерометрус», третий номер. Повторю еще раз, с третьего номера цена на выпуск 249 рублей. Никаких 279, только 249. В журнале рассказывается о черных скорпионах. Такие фотографии. Карточка скорпиона гетерометруса. Выходные данные. Дата выхода 29 января. Тираж 320 тысяч. Строение скорпиона. Красочные фотографии. Ареал обитания, императорский скорпион, южноафриканский скорпион, лесной скорпион, австралийский скорпион, когтистый скорпион, очень много. Образ жизни, питание, размножение, борьба за выживание. Рассказ о клешнях дальше идет. Показаны разные членистоногие, крабы, раки и прочие живности. И другие скорпионы раздел. Ложные скорпионы, телефоны. Такие скорпионы. Фрины. И фаланги. Рассказ о том, как предостеречься при укусе скорпиона.
все подробно рассказано. И стандартная картинка 12 насекомых на гостине. В следующем номере изумрудный жук, на который я уже снял обзор. И сайт. Всем спасибо администрации группы Deabugs.